an aquarium, master. Yes? Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Трагедия произошла около 6 часов вечера 11 декабря в Москве на улице Мкуха-Маклая во Враге. Рядом с колодцем дренажной системы был обнаружен лежащий на снегу человек. Им оказался режиссер телекомпании «ВИД» Александр Куприн. Он сообщил, что у него, по-видимому, сломана нога. Режиссер также сказал, что он вместе с Максимом Очерединым готовил съемку в городских подземных коммуникациях, где их неожиданно смыло ледяным потоком. Ругайся, да, там ругайся. Мам, там. Давай, держись за меня. Сейчас подушу. И компания ВИД. Куприн Александр Ильич. Глюкозку сейчас. Вот. Здесь единственный, наверное, в Москве не так далеко подземный водопад. Была мысль сделать сюжет, может быть, фильм об этой подземной реке, которая здесь потекает. Характер состояние средней тяжести. А характер повреждения, естественно, закрытый перелом. Чуть повыше. Все время возвращаюсь в эти воспоминания. 11 декабря 1999 года. Смерть в этот раз подошла очень близко и забрала моего друга. Меня оставила. Все обошлось двумя неделями в больнице. Там я послушал новогодние куранты, выступление Ельцина, «Я ухожу», «Простите». Щербаков принес водки, закусывали почему-то снегом с карниза. Так начался год. Самый странный год в моей жизни, когда я понял, что постепенно теряю все и не понимаю, как это получается. Последний год тысячелетия. Первый год жизни, который мне зачем-то оставили. Когда я вот вылезал из этого люка, я с собой разговаривал громко, в голос. Я к себе, Александр Олегович, все время обращался ко мне. Когда я маленький был, так дедушка обращался. Я потом уже анализировал, вспомнил. Это у меня дедушка мне помогал, вот мамин папа. У меня еще все время мысль была, что у меня человек внизу, друг мой, Максим, он вылезти уже не может, ответственность на мне, все. И поэтому вот я в этот момент был с дедушкой, с моим, и с другом, который погиб потом, но все равно он погиб, я не смог его спасти. Но я лез, потому что они вот вдвоем мне еще помогали, да, и вот мы выбрались все. Паш, там вот лангетка лежит у меня, давай уже пойдем. Это мой друг Павел. Он приехал ко мне, потому что узнал о моем чудесном спасении. Он тоже надеется спастись. Чудом. У него рак. И такой диагноз, что, возможно, этот год для него последний. Он хочет, чтобы я снял фильм об этом годе и о том, как он в этот год не умрет. Владимир Путин в полном одиночестве поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца. Всего лишь через 7 минут он станет президентом. Как я понял, это такая болезнь, что она или сваливается в острый лейкоз, и... Или в миеломную болезнь. Что миеломную только... это то же самое. Да, да, да. Только нет, они разные, а вот это между ними. И у меня... Юль, к телефону подойди. Это нормальное положение дел, что ты к смерти должен готовиться, чтобы ты, вплоть до того, что ты должен, что меня интересует в моей болезни, ты должен к этому времени, когда у тебя начнутся муки страшные, там страдания, ты должен абстрагироваться от своего тела. Саша, это психотехники, которые во всех религиях, оказывается, существуют. Вот. А мы все боялись. У меня мама умерла вот буквально на глазах сейчас. И умерла в страхе. Она так и не поняла, что с ней происходит. Она верила врачам и так далее. Хотя я ей кричал: мам, мы умираем. Ты что, не понимаешь, что ли? Мы умираем. Какие банки, какие соления на следующий год? У нас нет этого года. Если бы ей сказали правду, вот что, готовьтесь, был бы совсем другой кусок жизни, понимаешь? Вот. А вместо этого она сочла себя здоровой, только вот там кашки протирала, там оттуда все. И я не считаю, что это лучше. Она ушла как бы не готовой к смерти. Это ужасное зрелище было. Но Господь еще милостив, что Он отнял разум у нее. И в какой-то момент, я вот его на жизнь запомнил, но вот в какой-то момент она вдруг
перестала боль ощущать. У нее метастазы где-то что-то переела. И у нее уже ни боли не было, и ни сознания не было. И сознание. Но она так, словно как чужой человек, в нее вселился, такие фразы стали. Я брата привез, он говорит, что-то она. Вот, а у нее даже голос такой-то. Укрой меня. Как-то. Да получше укрой, такие интонации, ну совсем как чужой человек. В этот день я впервые за 5 месяцев надолго вышел в город. Был праздник. Я давно не видел столько людей сразу, и казалось, что все они смотрят на меня. Вспомнил, что чувствовал что-то похожее, когда пошел в первый класс 30 лет назад. Пытался вспомнить, был ли я вообще беззаботен, счастлив, и ну вот уплись. Ни одного момента. Я стал рыть эти фотокарточки. И вот кроме вот этих вот, ничего похожего на счастье ли, везде тревожный какой-то ребенок, какой-то. А вот тут, по-моему, был счастлив, по меньшей мере беззаботен. И вот если бы я смог как бы себя воссоздать вот в таком виде, мне кажется, все болезни бы отошли. И вот тут бы можно было начать все сначала. В каждой семье есть куча вот этих фотографий, или там не куча, но какое-то количество. А ты попробуй, как тебе сказать, попробуй вот даже в своей семье составить цельную картину. И увидишь, как это трудно. Да это не, во-первых, никто, кроме тебя, этой задачи не озаботит. Да ты сам разве озаботился? Понимаешь? Я первый раз пришел в школу. Фотографирует папа. Казалось, что все смотрят на меня и чего-то ждут. Ну ладно. Ну давай, записывай и не торгуйся. Все равно быстрее давай, включай быстро оттуда. Это мой друг Игорь. Он журналист. Был. Я хотел снимать о нем фильм. Игорь делал кино для BBC о России в перестройку. Когда все сняли, почти вся группа с режиссером Юрисом Подниксом по разным случайным причинам погибла. А Игорь ночью в своей комнате в Сохо, в Лондоне, увидел, как через комнату прошла черная собака. Потом он заболел. Приступы. Он терял сознание. Все чаще и чаще. Я его развлекал чтением его же записной книжки. Он никого не помнил. Я рассказывал. Когда начинался приступ, он громко кричал странным низким голосом. А это его мама. Это был 67-й год. И вот каждый ребенок отвечал, что такое счастье. Кто-то говорил, что когда мороженое купят, кто-то говорил велосипед. В общем, все говорили по-разному. И мы решили задать своему 5-летнему ребенку, что такое счастье. Но при этом записать на магнитофон. Он сказал, счастье – это любовь. Тогда мы переспросили, а что, как это такое, что значит любовь? А он ответил, потому что когда тебя любят, то ты счастный. Вот эта запись
у нас сохранилось. То есть, когда. То есть, счастный, то есть счастливый. Сегодня. А тут еще вот который сейчас. Вот, наверное. Ну вот так сказал. Когда тебя любят, то ты счастлив. Это хорошо, если мы до закрытия метро успеем, а если нет, придется нам ночевать. Ой, спасибо, спасибо, что у вас много прийти. Ярославская область, Угличский район, Луга, Азия. Здесь хоть прохладненько. Вы видите, куда народ весь выходит? Павел попросил записать ему классические фильмы о смерти. «All That Jazz», Боба Фосса, «Орфей» Жана Кокто и, конечно, «Достучаться до небес» Томаса Яна. Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жить лишь началась. Ни разу не был на море. Только и говорят, что о море, как оно бесконечно прекрасно. И вы verrez la mort travailler, comme les abeilles dans une ruche de verre. Это моя жена Юля, а тявкает ее собака Ася. Как только я научился ходить дома без палочки, Юля сообщила, что уходит от меня и забирает свою собаку Асю. А куда надо смотреть? Вот сюда? Ну вот же. Ну если сюда, вот чтобы я прямо смотрела. Понятно. Какая я странная. Спасибо. Спасибо. Всех, кто с нами, это дело смотрит. Если бы я был богом, все бы жили вечно. Смерти бы не было. Смерть с достоинством. Все это чушь. Знаете, что такое смерть с достоинством? Чушь собачья. Но хватит грусти. Как я люблю ее, как люблю. Газета, журналы, телевидение, все трубят о смерти, о самоубийстве. И я принимаю 100. Больше никаких сильных наркотиков. Немного марихуаны. Но ничего сильного. Еще раз покрутить. Нет, больше не нужно.
три минуты. Она говорит, что мне хотелось тебе помочь. Я же считаю, что она в битве за свою самостоятельность в своей семье просто меня как инструмент использовала. Формально я подходил под, как тебе сказать, под жениха после армии, зарабатывает, в институте учится. Интеллигентная семья, формально, формально. Вот. Не дурен. Ну, языкат, в тусовках где-то, все блеф, все блеф. А это не любовь. Потому что если любовь, то ты даже приговорчик с восторгом примешь, понимаешь? А здесь ты это воспринимал как катастрофу. Я воспринимал. Да, да, я помню, я воспринимал это как катастрофу, когда мы сходились, расходились. Это все дрова. Это мой друг Андрей. Он ювелир. Ты так и куришь этот донской табак. Что ты говоришь? Как бы все меняется в одночасье. И меняется все очень быстро. И хорошо, что меняется. И замечательно меняется. Иначе мы вообще ни хрена не поймем этой жизни. Тебе ли этого не знать? Ты же сам попал под этот водопад под землей. Вот ты был преуспевающий кинорежиссер. Это да. Бац, лежи со сломанными ногами. Вот это да. Я еще некоторые знаки по жизни, которые мне показывают, правильно мне будет или неправильно. И ты, я думаю, тоже это ищешь. И это самое интересное в жизни, следить за этими знаками. И тебе показывают это всегда. Нет никакой мистики. Всю мистику творим мы сами. Это Ольга, корреспондент калужского телевидения. 8 августа Ольга приехала из Калуги в Москву, привезла свой фильм. В этот день мы оба подали свои работы на участие в конкурсе телекинофорума «Вместе в третье тысячелетие» в Ялте на Черном море. В 18.00 Ольга села в автобус до Калуги, а я вышел из подземного перехода. За спиной ударил взрыв. Теракт. Что могло произойти с самой современной и надежной субмариной флота? Летучина, единственная версия, взрыв в торпедном отсеке. А ты видел океан? Ну откуда же я видел? Я море не видел, я же тебе говорю. Море не ты видел. Ты что, в Крыму нет? Нет. В системе тотальной лжи. И вся история с подводной лодкой основана. Понимаете? Это уже эстетика тотальной. И Чечня. Это уже эстетика тотальной лжи. Президент форума «Вместе в третье тысячелетие» кинорежиссер Сергей Соловьев. Председатель межгосударственной телерадиокомпании «Мир» Гадельбек Шалахов.
приз вручается Александру Куприну. Москва, Россия. Около 4 часов до вручения этого приза я провел за кулисами вместе с Ольгой. Ольги Афончиковой, ГТРК Калуга, выпили Россия. Целую бутылку шампанского. Тогда мое телевизионное начальство запретило мне ехать на этот фестиваль. Но внезапно все телевидение России прекратило свою работу. Есть уклон. Есть уклон. Уклон? Он если он только в ту сторону, только в ту. Ту, но здесь-то не видно. Он в эту сторону будет. Прекратили вещание на Москву большинство каналов. Причина возгорания до конца не ясна. Официальная версия – короткое замыкание на высоте 450 метров. Периодически из корпуса... Павел увидел горящую телебашню из окна своей квартиры. Очень расстроился. Выпил бутылку пива. Балтика, 9-й номер. Ты вообще неправильно себя ведешь. Почему неправильно? Все как-то складывалось само. Телевидение не работало, и мне некуда было торопиться после фестиваля. Сначала мы как бы не знаем друг друга, потом уже доходит дело, я даже не знаю. Для кого сливы рвал? Почему саду? Я знаю. Да. У меня вообще как-то всегда были вот какие-то знакомые, такие, которые я с ними знаком в связи с работой. Всегда так было. А в школе ты влюблялся? У меня была там девочка знакомая такая. Я как-то ее очень опасался, потому что она мне нравилась, именно поэтому я опасался. Я шел по улице, и все девочки вот в шапочках там с помпончиками, мне казалось, что это вот она. То есть я и в магазине, и в школе. То есть вот действительно она мне везде, вот везде мерещилась. Ялта, где так счастливы были с тобой. Пожалуйста, прямо по центру, вплотную к постаменту. Да. Все. Да. Пожалуйста, примите от нас искренние соболезнования. Спасибо вам. В ноги захоранивается справа. Справа, слева или в могилочку. 8 сантиметров глубина, 40 ширина. Мамочка, прости, я тебя контую. Сейчас довезу домой, я тебя поставлю. Мама.
Вроде близко, а вроде уже и нету. Понимаешь? Вроде и близко. Это житься надо с этим делом. Житься надо. Ну, мама, прости, что говорить. Еще надо же тебя похоронить как-то грамотно. К папе ты не хочешь. К Эмилии в Питер, к тетке ехать, к тете Лиде. Поедешь в Питер тогда. Когда я на могилку смогу прийти, не знаю. В Питер не наездишься. Ну пусть хоть там единственная родня твоя, мам. И вот через вот этот тоненький литник металл прошел под давлением внутрь опоки, заполнил все пустоты. И вот получилась такая елка из металла. В прошлую субботу сегодня здесь тихо мирно работают. Звонок у меня с утра. Звонок у меня сразу звонит моя старинная приятельница Татьяна. Ты, может, даже ее и видел. У меня был совершенно сумасшедший роман 16 лет назад с этой девушкой. И тут она звонит, она попала в аварию, все промерзло, задрогло, и трясет ее, и лбом она здорово стукнулась в ветровое стекло. Как мы с ней потом выяснили, мы на этом, ровно на этом же самом месте с ней познакомились 15 лет назад. Почему там, где мы 15 лет назад с ней познакомились, произошла на этом же месте авария? Что, Москва маленькая такая? Вот, и что-то мы так друг за друга цепляемся. У меня три пьянствуем. Приходим в себя. Ходили в китайский летчик. Это ночной клуб. Это ночной клуб, да. Вот, слушали там музыку. И вот спустя неделю вчера я опять попал в китайский летчик. Совсем другими людьми. И, видимо, я влюблен. И я не на шутку влюблен всю эту неделю. Татьяна. Да. Потому что. Вчера я мне было очень тяжело в этом китайском летчике. Я... Это те же стены, те же столики, тот же джинс-тоником. Все то же самое, те же официантки, но ее рядом нет. Какие-то чужие посторонние люди. Я ищу какие-то знаки, чтобы мне показали, что да, все это было. Что все это было, что-то мне не приснилось. Я ищу ее. И не могу ее найти. Впадаю в какое-то отчаяние, чуть ли не в панику. И вдруг я вижу на столе выложенную зеленую зажигалку. Вот это. С собой выложенную из кармана зеленую зажигалку. Да. А дело в том, что Татьяна, уходя, забрала все зеленые зажигалки. У нее страсть какая-то зеленая зажигалка, она все забрала. Нравится ей, зеленый цвет. Откуда она у меня взялась в кармане, я не пойму. У меня дома валяется штук 30-40 зажигалок, но нет ни одной зеленой. Откуда мне взялась в кармане? Я случайно ее выложил из кармана, указал на стол, и вот я увидел. Вот это знак того, что все это было на самом деле. Это знак. Телекомпания «Вид» представляет. Так.
Так, этот звонок вот в эту квартиру, а в эту квартиру тут вот хрень. Попробуем. О, Господи. О, Куприн. Привет. Ну, привет, Сашок. Ну, разувайся, Сашуль. Очень кушать хочется. Разувайся. Кушать хочется. Но я тебя сразу не накормлю. Сейчас сначала нужно ужин вместе приготовить. Ладно, давай камеру. Специальная съемка. Здорово. Ну, чуточку потерпишь, минуточек 25, ладно? Ну, ладно. Вот. И ты доверяешь мне кормить твоего кота? Ну, кота-то тебе можно доверить, покормить, это уж точно. Да. Наша мама пришла. Пил. Такое. О. Большую бутылку я решила купить. Саш, ну пусть пока стоит. Ну что, там тебе мешает? Стоит, стоит. Ну что, ты там уже обнаженный? Среди нобелевских лауреатов российский ученый, академик Гарас Алферов. Интервью за Расим Алферовым в репортаже из Стокгольма. Третий развелся в программе Евгения Киселева и Тори, которая выйдет в эфир в 19:00. Не смотри в камеру. Стой, 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 Оля, стой! На меня не смотри. Что смотреть? На меня и такси, поэтому вот тебе.
такая история. Я думал, так положу камеру рядом с собой. И все я расскажу. Нет, все-таки не человек, камера. Вот так. Никогда не знаешь, что будет завтра. Никогда. Ой-ой-ой. А завтра будет понедельник. Понедельник, а число? Завтра поеду. Будем работать над фильмами. На самом деле, по-моему, это единственный смысл всего происходящего в этом. Вот. Какая странная квартира. Какая странная квартира. Вот этот дом, в котором я живу. Такой был фильм «Дом, в котором я живу». Так вот, это очень странный фильм. Так не жил. Я раньше так, у меня этого не было. Это какое-то, это чудо какое-то. Но, к сожалению, это единственное. И любовь, и все. Больше у меня ничего нет. Это и что еще? Любовь. И все. Больше ничего важного. Утром я вот вспоминаю на работы, на какие-то там начальники, заработки, там какие-то обязанности. И вот чего не хватало? Вот я думаю, что если бы вот тут вот церковку, да, вот тут вот источник, потом, вот утром вот так посидел, потом, днем, это бы легко сносилось. Это делал бы так же, делал, может, и лучше бы делал. Но это должно было быть, а этого не было. Тогда не было. Да. Поэтому все то насмарку. Нет, почему это насмарку? Сейчас светит первая группа. Ты понял? Да. Положена машина. Ну все. Вот на халяву подкрался. Причем это ясновидящая сказала, что через год тебя группу снимут. Я ей говорю, ну по гости, наверное. Где? Снимут. Ага. Она говорит, нет, выздоровеешь. То мне лучше было, то я вообще не ходил. Хуже было. Сейчас вроде хожу каждый день, да помногу хожу. Ну, болят ноги. Куда ходишь? По помойкам, куда же еще? А что, вот. Зачем помойка? Ну, во-первых, помойка – это условно есть цель. Цель, куда ты идешь. Вот. Пацаны идут, а что дяденьки ищут? Да. Я говорю, да так, покушать, подзакусить. Ну так, пусть знают, ну что. Пусть думают. Да, да. Ага. Если бы я им показал доллары у меня в кармане, как бы они вообще реагировали на людей, которые ходят по помойкам?
А так пусть видит беда у людей. Беда. Сегодня год, как я крестился, поэтому я и хочу это отметить. Даст Бог покаяний, даст Бог причастия. Ну а ежели не суждено, то значит не подготовился, думаю. Конечно, я не готовился. Какой там готовиться? Причина. Камеру не смотри. Это Алиса. Полгода назад у нее на глазах погиб ее муж. Сбила машину. Осталось двое детей и никаких средств существования. Алиса пошла в риэлторы. Сейчас она расселяет коммуналку, в которой живу я с Юлей. Мы же ссорились, а теперь помирились, вот по-настоящему. Очень красивый кадр. Куда смотреть? Никуда. Никуда? Внутрь себя? В продаже есть мороженое. Сливочное вафельное 5 рублей, пожалуйста. Лакомка сливочная 8 рублей. Вот наклоняться надо. Но я не на холодильнике беру, мне поставляют через руки. Может, вы подумаете, дорого? Нам же через руки. Игорек, что такое счастье? Счастье? Да. Это счастье, мне кажется, это любовь. А почему? Потому что любовь приносит счастье. Правильно. Чтобы отвлечь Алису от воспоминаний, я возил ее, наверное, ко всем своим друзьям. Мы хотели вместе встретить Новый год, новый век. Все абсолютно крашено, я все крашу. Ну, полынь бывает натуральная, такая, серебристого цвета. Да, и во всех тех букетах полынь не крашеная. Когда выпадает первый снег, вот в первую буквально неделю, или там, ну, в течение 10 дней, я выхожу на первый снег в лес. Один. Выхожу я на дорогу. Нет, один. Вот. Захожу в магазин. Покупаю там, не пригорь будет сказано, четвертинку водки, значит, кирпич черного хлеба, банку шпрот. И вот в какой-то момент, да, вот этот вот самый лес, вот он встает перед тобой и говорит: так, Куприн, а теперь будем думать и разговаривать с тобой о главном. Вот, и вот действительно вдруг возникает тот самый вопрос, от которого все время убегаешь. Букеты делаешь, там, или фильмы снимаешь. Только чтобы не думать вот о какой-то. А тут вот лес перед тобой стоит и говорит: все, значит, пора решать этот вопрос. И вот, значит. Так вопрос-то какой? Вот тут я собираюсь эту ночь пожить. Ребята, у меня. Запотел объектив, наверное, от костра. Не надо больше дрова бросать. Мы, наверное, тоже туда пойдем. Ты пока оставайся здесь, а мы пойдем чай попьем, у камина посидим. Там поговорим. А потом за тобой придем. Да. Ты себя одиноко. Ладно, спасибо. Спасибо, спасибо. Друзья уходят. Ничего.
А так вот. Вообще ни хрена не видно. Да. Ёлки, зуб сломал, у меня ботинок сгорел. На, счастливо оставаться. О! Ну, роскошно жить будем. Спасибо, Игорёк. Эрапери. Так. Да. Ну, это первое. Нет, я через камеру не вижу. И так не вижу. О, я себе набабахал. Первую. За Пашкин здоровье. Вот. Чтобы жив остался. Чтобы в любви ему повезло. Так, как раньше не везло. Человек заболел раком. Ему приговор вынесли, что год жить осталось. И в него тут же влюбилась хорошая женщина с ребенком. В общем, чтобы у них был мир да любовь и жизнь за вот их победу над смертью, в общем. Я потихоньку запевал. И тут мне хворь эта как тема обвалилась. У меня новые знакомые, уникальные. У меня общение совсем... Да у меня смысл вообще появился. Вот ты сейчас без темы маешься. Ты вообще... Ну вот, тебе надо заболеть. Нет уж. Рак, понимаешь, дает тебе время, где ты успеваешь еще своими... И при этом ты знаешь, что все. Что да. Что... Нет, это вообще для мышления полезный такой момент, конечность процесса обозначена. Ну да, а иначе человека... у тебя все мышление, понимаешь, такое открытое, как бы в прорву. Я же вообще труп был. Ну вот. И значит, и вдруг начинается превращение. То есть ты понимал, пытался в своей как бы смерти разобраться, получается так. А в итоге... А я пытался в своей жизни разобраться. И тогда мы для этого и начали это все снимать. Вот. Я, честно говоря, так в жизни не разобрался в этом вообще. То есть еще хуже стало. То есть от того, что я сейчас этот фильм делаю, мне вот легче не стало, даже тяжелее стало. Вообще не знаю, что стало. Ну ладно, за встречу, за будущее, если оно есть. Паш, а ты говорил, что... Помнишь, ты сидел у этого, у источника? Да. Ты говорил, что у тебя в жизни осталось только вот этот вот источник и любовь. И больше ничего важного. Помнишь? Да. А любовь-то осталась? Да. Ну, ты что, это если уж я это просру, то нет. Можно все просрать, деньги, даже здоровье, нет. Любовь – это такая штука. Это любовь. Любовь. Андрюх, а помнишь историю с зеленой зажигалкой? Да, конечно. Как ты, Таня ее звала? Ага. И следующий вопрос из ряда. Вы поженились? Я вам скажу, что кто такая жена? Понимаешь, жена, скорее, вот это все-таки оппонент. Если ты в теме, ты без нее просто не обойдешься. Дело тут не... Там иная логика, которую ты просто обязан запустить в свою логическую связку. Я бы понял, конечно. Находясь на пути, ты решаешь большую задачу, ты по пути решаешь пути. Да, да. Все время возвращаюсь в эти воспоминания. Новогодняя ночь, 31 декабря 2000 года. Новый век. Все думали, что в эту ночь все изменится. Все решится. У меня так и вышло. Я слишком серьезно поговорил с Алисой, мы расстались. Так получилось, что при этом я поругался с друзьями. Между первой и второй перерывчик небольшой. Что говорить? Слышь, Куприн? Работа накрылась. Жаль, никого нет. Исчезало все это так легко. Алло! В общем, ничего не осталось, кроме этого фильма, этих съемок. Тост номер два.
за кинематограф. Весь мир все время снимает огромный фильм. Снимает фильм сам про себя. Миллионы, наверное, людей снимают, как они живут сами, как они женятся, там умирают на свои бытовые камеры, на свои бытовые кассеты. Солдаты снимают, как они в атаку бегут. Там эти криминальные ребята снимают, как они своих заложников пытают. Такой огромный фильм про весь мир. Но его никто никогда не увидит. Это он его снимает, мир, этот фильм, и тут же и уничтожает. Это типа неважно, никому не нужно. А это вот такое самое основное, на самом деле, настоящее документальное кино нашего времени. Я хочу за наш фильм выпить, пока я один, и ты не слышишь моих этих желаний. Который, в общем-то, снимается почти что так же, но вот мы постараемся, чтобы его увидели. Ой. Так, сейчас я покажу себя. Внимание. Вот, это я. Ой. Моя бывшая жена Юля вышла замуж за американского военнослужащего, живет в Токио. Андрей заканчивает новую коллекцию серебряных пряжек и наперстков. Построил дом, живет в нем один. Алиса возглавила отдел в крупной риэлторской фирме, воспитывает двоих сыновей. Игорь умер 2 мая 2003 года в Светлую Седмицу. С Ольгой я больше не встречался и ничего о ней не знаю. Павел остался жив, первая группа инвалидности снята, а я закончил работу над этим фильмом. Не знаю. Когда тебя любят, ты счастлив.